шалом друзья я сегодня хочу поговорить об этой важной теме восстановление израиля Принятие его своего мессии Ишуа Хамашеха и примирение с Творцом через жертву Сына Божьего. Знаете, я продолжу эту тему. Отношения братьев Иосифа. Вы помните, что братья примирились, и Иосиф отпускает их и говорит, а теперь приведите мне отца. Я думаю, что братья шли в страхи, и как их встретит отец. 22 года они скрывали о том, что Иосиф был жив. Они не знали этого. И теперь им придется сказать, что они стали участниками этого преступления. Отец не поверил им, потому что, видимо, хорошо знал своих сыновей. Бог хорошо знает каждого из нас. Бог знает своих сыновей и не всегда доверяет нам. Но слава Богу, что мы всегда можем к Нему обратиться. И Бог Авраама, Исхака, Якова всегда готов нас принять, если мы искренне каемся и обращаемся к Нему. 28 стих 45 главы. И сказал Израиль, довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру. И отправился Израиль со всем, что было у него, и пришел в Версавию, и принес жертвы Богу, отца своего Исаака. Я хочу обратить ваше внимание, что он идет в Версавию, и не просто приносит жертву, на иврите здесь указана мирная жертва. То есть пришло время восстановления отношений, мирная жертва. Не, я когда читал эти писания, думал, почему Яков не знал, Почему он не знал, что сыновья его продали, его любимого сына? Бог сокрыл это. И я понимаю сейчас со временем, что если бы Яков узнал, что сын его жив, любимый сын его жив, он бы все бросил и постарался вернуть своего сына в свое присутствие. Потому что он не видел Иосифа так, как видел его Бог. Он видел его старшим сыном наследником, который будет заниматься его делом, пасти овец. Но у Бога было другое призвание. И чтобы Яков не вмешался в цели и задачи Всевышнего для Иосефа, а как для Спасителя, и точно так же для того, чтобы его братья исполнили то предназначение, которое они должны были исполнить, как народ Израиля через которые должны были благословиться все племена земные, и через которые должен был явиться Машиах. Яков бы не, не сделал бы того, что хотел сделать Бог в жизни Иосифа И он приносит жертвы. И знаете, интересный момент. Он приходит в мир с Богом. Я думаю, что у него было нерадостное состояние. Он плакал, но когда узнал, что его сын жив, он с радостью приносит мирную жертву. Третий стих. Бог сказал, я Бог, Бог отца твоего, не бойся, иди в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобой в Египет, и я выведу тебя обратно. И Иосиф своей рукой закроет глаза твои. В четвертом стихе вот это слово на иврите «пойду», оно означает «спущусь». То есть мы понимаем, что в жизни Израиля будут нелегкие времена. Точно так, как и в жизни церкви были нелегкие и трудные времена. Времена, когда церковь впала, выдала поклонство, когда церковь не исполняла своего призвания. Но суть в том, что Бог Он восстанавливает свои отношения с народом. И теперь мы, читая Новый Завет, Брит Хадаша, мы видим, что это было допущено Богом для того, чтобы в спасение вошло полное число язычников. Где это написано? Я хочу с вами прочитать послание к римлянам, что однажды Бог восстановит свои отношения со своим Сыном. И эти отношения были прерваны ненадолго, лишь только для того, чтобы в конечном итоге получили спасение все народы. Послание к римлянам, 11 глава, говорит следующее. «Ибо не хочу, 25 стих, оставить вас, братья, в неведении, а тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что произошло в Израиле отчасти ожесточения до времени» пока не войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона избавитель и отвратит нечесть Якова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В 25 стихе написано, это тайна. Это было сокрыто от Якова, сегодня это сокрыто от нас. Но мы видим, что это Божий план. В конечном итоге, для искупления всего человечества, чтобы через Израиль были благословены все народы, чтобы через полноту отношений Израиля и верующих из неевреев пришло избавление для всего человечества и была явлена слава Божия. Я хочу, чтобы вы увидели то, что говорит Господь. 30 стих. Как и вы некогда были непослушны к Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь не помилованы для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо от Него им и к Нему все». Ему слава во веки и аминь. Аллилуйя. Я хочу, друзья мои, помолиться чтобы сегодня мы с вами увидели, что у Бога есть чудесные планы и намерения для каждого из нас. И если Бог что-то не открывает для нас, то в конечном итоге все, что Он делает в нашей жизни, Он делает для своей славы. И слава Ему за это и величие. И я благодарю Господа, что сегодня Он начал этот великий процесс, процесс восстановления Израиля. И сегодня мы видим, что народ Божий восстанавливается в своем призвании. И сегодня свидетельством того, что Бог не отверг свой народ, являемся мы. Евреи, которые уверовали в Мессию, которые приняли Его и которые сегодня исполняют то призвание, которое Бог положил для нашего народа. Потому что Писание говорит, дары и призвания Божьи непреложные. Аминь. Бог Авраама, Ицхака, Якова, во имя Сына Твоего, еще Мессии. Я прошу, благослови сегодня, Господь, всех наших братьев, как евреев, так и не евреев. Пусть сегодняшний праздник, Господь, праздник рождения еврейского Мессии и Спасителя всего мира, Господь, Он явит славу имени Твоему, потому что Мессия, Он придет в Израиль и займет то положение, которое полагается Ему. Он займет трон Давидов, Он займет это место, которое было ему прежде создания мира. Я прошу благословить сегодня моих братьев из евреев и неевреев, чтобы мы видели те места и те точки, которые объединяют нас, и искали то, что сопутствует Господь нашему сближению друг к друг другу, любви друг к другу, заботы друг о друге и молитве друг за друга. Благословенное имя Твое, во имя Сына Твоего молю, Ишуа Мессии. Амен. Очень наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб нас насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас свои искушение, но избавь нас от рука, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.